Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой. Исполнитель хита «Яблоки на снегу» обвинял певицу в том, что она из-за страха конкуренции с другими артистами ломала их карьеры. В частности, Муромов утверждал, что Примадонна платила деньги телевизионщикам за то, чтобы они не показывали других певцов. По словам критика Соседова, слова Муромова вызывают лишь смех. Мысль о том, что Пугачева специально закрывала артистов за деньги, могла возникнуть только в воспаленном мозгу нездорового человека, заявил критик. Она всю жизнь ходила с протянутой рукой и рассказывала, какая она нищая, что у нее ничего нет, цитирует Соседова издание Nation News. Конечно, на фоне рядового советского инженера могло показаться, что Пугачева купается в роскоши, но в действительности это было не так. Пугачева не могла всерьез влиять на содержание телеэфиров, отметил Соседов. Максимум, что она могла сделать, это попросить своих знакомых на телевидении убрать из рейтинговой программы какую-то свистушку. И даже в этом случае, отметил он, конечная ответственность лежит на руководителях телепрограмм. Это просто смешно, как будто она была семи пядей во лбу и какой-то злой феей, которая по мановению волшебной палочки могла кому-то открывать и закрывать доступ на телевидение, сказал критик. Он напомнил, что ее саму неоднократно убирали из эфира. Например, в 1986 году из новогоднего огонька вырезали выступление Примадонны с песней «Белая Панама», а в 1987 – исполнение «Крысолова». Причем это происходило тогда, когда песня «Яблоки на снегу» играла из каждого утюга. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!